Рецепт приготовления нежного чизкейка из ежевики, сливочного сыра, ванильных вафель и орехов пекан. Вы можете добавить ежевику как в саму сливочную начинку, так и положить ее сверху, сделав красивые фиолетовые узоры на поверхности вашего пирога. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. Разогреть духовку до 350 градусов, положить ванильные вафли с орехами пекан в чашу кухонного комбайна, измельчить до состояния крошки, добавить растопленное сливочное масло и ваниль, снова взбить. 2. Положить смесь в форму для выпекания и равномерно распределить по дну и краям. 3. Приготовить начинку, взбить сливочный сыр и сахар до получения однородной массы, добавить яйца по одному, взбивая после каждого добавления, добавить сметану и перемешать еще раз. 4. Вылить полученную смесь поверх вафельной массы в форме, выпекать в течение 1 часа 10 минут, выключить духовку, приоткрыть дверцу и дать чизкейку постоять в духовке течение 15 минут, извлечь из формы и дать остыть. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. 5. Чтобы приготовить заливку, добавить чернику, сахар и воду в кастрюлю или сковороду, довести до кипения на среднем огне и варить в течение 4-5 минут, выключить огонь и дать немного остыть, вылить заливку поверх чизкейка и поставить в холодильник для охлаждения как минимум на 2 часа или больше. 6. Нарезать чизкейк на 16 частей зазубренным ножом и подавать. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. А теперь ингредиенты. Для пирога. Упаковка ванильных вафель, 1 штука. Ванили, 1/2 чайных ложки. Для начинки. Сливочного сыра, 720 грамм. Сахара, 1/2 стакана. Яйца, 4 штуки. Сметаны, 1/2 стакана. Сахара, 1/2 стакана. Воды, 2 столовые ложки. Количество порций, 1/6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!